Вот это очень неплохо действует, шестой номер Кристенсен. Вот он снова с мячом. Навес на ворота. Ну вы знаете, дорогие друзья, тут мне просто нечего сказать. Так не бывает. Так не бывает такое количество аналогий. События не могут развиваться с таким трагизмом, с таким трагическим повторением эпизодов. Ведь это Юрий Ковтун послал мяч в свои ворота. Тот самый Юрий Ковтун, неудачная игра которого головой привела, помните, к тому эпизоду у наших ворот в матче со сборной Украины, когда украинская команда получила право на 11-метровый и забила гол в ворота сборной России. И вот в неудачном...